Они ушли, чтобы вернуться. 1 сентября – праздник не только студентов, но и выпускников. Вспомнить былое по традиции собрались у главного корпуса ТГУ. Новый учебный год – юбилейный. Университету исполняется 60, и выпускники объединяются в ассоциацию. 60 лет, 60 тысяч выпускников. Это огромная сила, огромная сила. И мы теперь сложились в ассоциацию выпускников и партнеров Тольяттинского политехнического института, Тольяттинского филиала Самарского педагогического института, Тольяттинского госуниверситета. Ассоциация выпускников и партнеров. Это первый проект. И второй проект в фонде «Духовное наследие». Создан тематический фонд развития Тольяттинского госуниверситета. Основная задача которого финансирование различной деятельности на пользу нашего университета. Это и гранты, это и ремонт, и строительство. Ну, в общем, все, что связано с развитием нашего университета. Каждый член ассоциации выпускников получит специальную пластиковую карточку. Она заменяет пропуск в университет. В любое время можно вернуться в стены Альма-Матер, побывать на мероприятиях. Еще заветная карточка дает возможность получить недетскую скидку в 27 организациях города, от магазинов и клубов до автозаправочных станций. Проект «Фонд развития ТГУ» тоже не остался без внимания. Александр Носарев, председатель наблюдательного совета «Фиабанка» и наш выпускник, внес первый вклад. Самый маленький, самый ничтожный вклад, который мы можем сделать как от лица Фиабанка, вот этот незначительный чек в самое золотое здание вот этого огромного учреждения ТГУ. Всего для выпускников главное все же пообщаться. Одни покинули стены ТГУ совсем недавно, другие успели прожить целую жизнь. Ощущение молодости, юности. Мы здесь просто сбрасываем те года, которые мы прожили после окончания института, каждый по-своему, и становимся просто такими же молодыми, простыми. Ну, еще с утра здесь были первокурсники, стояли радостные, такие наивные, грустные тоже от того, что они пришли в вуз. На самом деле они такие счастливые, я так им завидовала. Благодаря новым проектам университета возможности увидеться у выпускников значительно прибавилось. Так что эта встреча первая, но далеко не последняя в этом году.